Очень узкие рамки и экран без вырезов. Появилось живое фото фронтальной панели Nokia 8.1+. На сайте Slahsla, который часто выкладывает эксклюзивные фотографии новых мобильных устройств и аксессуаров для них, опубликовали живое фото фронтальной панели смартфона Nokia 8.1+. Смартфон получил очень узкие рамки по периметру, чуть более широкую рамки под дисплеем, которая, как недавно объяснил глава компании Huawei, просто необходима для предотвращения ложных срабатываний. При взгляде на фотографию можно сделать предположение, что смартфон получит два фронтальных динамика, иначе непонятно, для чего внизу присутствует вырез. Вряд ли HMT Global пойдет на то, чтобы размещать там крошечную фронтальную камеру. Также нет выреза под фронтальную камеру в верхнем углу экрана, который присутствует на ранее опубликованных изображениях. Вероятно, это просто стекло, в котором не будет отверстия, но которое не мешает работе камеры.